не уступил дорогу встречному автомобилю, а потом совершил наезд на ребенка. В Челябинске на Копейском шоссе не разъехались две легковушки. Госпитализирована 11-летняя девочка, которая вообще стояла на тротуаре. Подробности у Екатерины Зоновой. ДТП произошло около остановки училища в Ленинском районе. Здесь 40-летний водитель, управляя автомобилем «Део Нексия», при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся со «Шкодой Фабия». После удара «Део Нексия» улетела с проезжей части на тротуар. В этот момент там стояла 11-летняя девочка в ожидании зеленого. Школьница госпитализирована с травмой груди и ноги. Водитель «Део Нексия» тоже пострадал. При проезде пешеходных переходов и появлении вблизи них детей необходимо быть предельно внимательными и быть готовыми к тому, что ребенок в силу своего возраста может быть склонен к перебеганию проезжей части. А эта легковушка загорелась в центре Челябинска на улице Энтузиастов. Эта машина горит прямо на перекрестке. Ёлки-палки. В ГИБДД сообщают, что пожар начался после столкновения двух автомобилей. На место прибыли сотрудники МЧС. Огонь потушили. Сейчас полицейские разбираются в причинах ДТП. В Тракторозаводском районе маршрутка с пассажирами врезалась в дерево. 5 человек пострадали. Микроавтобусом управлял 41-летний водитель. По предварительной информации, он пытался объехать грузовик, но его машину понесло с дороги, и она влетела в дерево. Водитель КамАЗа уверяет, что ехал медленно и сам объезжал стоящую на дороге машину. И не заметил в боковое зеркало, как сзади на высокой скорости ехала маршрутка. Ехал по правому ряду, по первой полосе. Впереди газель сломалась. Аварийки, я ее стал, ехал очень медленно, стал потихонечку объезжать. И вижу уже, мимо меня слева пролетает маршрутка на скорости и в дерево. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса, в том числе и 2 детей. На место прибыли 2 машины скорой помощи. На перекрестке улиц Бажова и Лермонтова не разъехались Ford Fusion и Deo Nexia. В ГИБДД сообщают, за управлением первой иномарки была 39-летняя женщина. Она при повороте налево совершила столкновение с движущимся прямо автомобилем. За рулем Deo находился 19-летний молодой человек. Он получил травмы и был госпитализирован. А эта авария с участием бензовоза произошла на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Куйбышева. Вроде бы не сильный ударчик у них, так? Зеркальце помяло. Дорогу не поделили ВАЗ-11 модели и бензовоз. ДТП произошло на участке, где сужается дорога. Видимо, кто-то из водителей этого не заметил.